Всем привет, дорогие друзья! Я Маргарита Шипила, и вы находитесь на канале «Секреты MLM-бизнеса». На этом канале я показываю, где и как я зарабатываю через интернет. Сегодня речь пойдет о том, как стартануть правильно в компании Geltor System. Вы можете всегда зайти в мою группу, которая развивается по теме этой компании. Здесь я показываю, что есть интересного в компании. И здесь почитать какие-то посты или посмотреть ролики. Также вы можете все это дело узнать у меня прямо на канале, в плейлисте, который посвящен компании Geltor System. Вот этот плейлист. Заходите, смотрите, изучайте. И речь сегодня пойдет, знаете, о чем, друзья? О том, что когда мы начинаем какой-то бизнес, по крайней мере, планируем заходить в какую-то компанию, то мы иногда жмотимся. Жмотимся в каком смысле? Не хотим вкладывать столько, как это выгодно, потому что до нас уже там работают люди, они это уже дело все просчитали, как выгодно, как невыгодно зайти в компанию. И мы вроде бы смотрим эти ролики, изучаем, но тем не менее мы все равно жмотимся. Нам жалко проинвестировать какую-то, ну, более выгодную сумму, которую нам рекомендуют. И мы можем заходить на какой-то низкий совсем старт для того, чтобы посмотреть, как говорится, поизучать и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что по этому поводу. Вот сколько я уже работаю в интернете, я уже и на своем опыте, на опыте своих партнеров, я уже просекла эту тему. Когда заходишь в компанию просто чисто попробовать, вообще ничего не получается зарабатывать, потому что нет мотивации. Ты понимаешь на подсознании вообще, ты понимаешь, что ты зашел на низкий старт, на какие-то там совсем маленькие деньги, и тебе абсолютно не жалко их, в принципе, потерять. И ты не прилагаешь достаточно усилий для того, чтобы строить свою команду, развивать этот бизнес и так далее, и зарабатывать, соответственно. Поэтому те люди, которые заходят в компанию на совсем низкий старт для того, чтобы чисто попробовать поизучать, по крайней мере, не все, но 90% точно, у них ничего не получается, у них нет мотивации. А вот те люди, которые заходят на хорошие деньги, тем более, если они прислушиваются к опытным людям, которые здесь уже работают, что выгодно зайти, например, так-то, так-то и так-то, то у этих людей очень все хорошо развивается. Потому что они понимают, что они, во-первых, проинвестировали хорошую сумму, у них есть желание ее как бы вернуть себе, вернуть и заработать, соответственно, но хотя бы первое желание они имеют вернуть эту сумму. Поэтому они активно начинают шевелиться, когда заходят в бизнес. И самое главное, что все мы прекрасно знаем, что в сетевом бизнесе мы все выполняем одинаковую работу. Вот абсолютно все выполняют одинаковую работу. Нет такого, что в одной компании ты меньше делаешь, в другой больше ты делаешь, а зарплата там где-то меньше, ничего подобного. Мы все всегда выполняем одинаковую работу. Поэтому, когда вы заходите в какой-то проект, в какой-то маркетинг, все партнеры, новички находятся абсолютно на одинаковом старте. За тем исключением, на какую сумму они входят. И поэтому один человек может зайти на сумму там $10, и выполнять, допустим, план минимум 3 человека пригласить. Другой человек заходит на там, допустим, на $199. И он точно так же приглашает 3 человека для того, чтобы начать развивать свой бизнес. Соответственно, вот я вам сейчас покажу, какие есть варианты входа в компанию Geltor System. Вот смотрите, друзья. В компании Geltor System существуют две бизнес-модели, с помощью которых можно зарабатывать. Это 7 тринаров и бинар. В тринаре мы деньги получаем сразу, с первого приглашенного, то есть пригласил, получил. В тринаре занял кто-то место, там, допустим, переливом упал от вышестоящего, или, допустим, наш партнер какой-то активно поработал, он пригласил, и наша вторая линия заполнилась. Мы получаем сразу выплату на свой личный счет в кабинете, который можем тут же сразу вывести. Нам не надо ждать закрытия всей матрицы. И вот таких матриц у нас есть 7 штук. В каждую матрицу упакована обучающая система Tor System, которая конкретно прокачивает мозги и
помогает людям жить более счастливо. Так вот, когда человек начинает свой путь с тринаров, то автоматом система начинает ему строить и бинар. И вот смотрите, какая ситуация возникает. Когда мы жмотимся, сейчас я конкретно беру компанию Jeltor System, для тех людей, которые будут смотреть это видео, если вы будете жмотиться и будете жадничать, и будете сами себя как бы тормозить, то вы, зайдя на самый низкий старт, вы обречены работать на трех местах в бинаре. То есть вы будете зарабатывать на трех кошельках, вот на этих. У вас будет три кошелька. В то время как другие партнеры, которые послушали более опытных и зашли на другую сумму, чтобы активировать себе 7 кошельков, они будут зарабатывать с 7 кошельков, а вы, кто пожадничал для себя лично, вы будете зарабатывать с 3 кошельков. Конечно же, это не очень интересно. Так вот, я вам сейчас расскажу, какие есть варианты входа в компанию Jeltor System, как зайти и скажу, как правильно зайти. Смотрите, для тех людей, у кого есть деньги, вот именно здесь и сейчас, вот, допустим, есть у кого-то сразу деньги, то для него есть вот такие два варианта. Либо он заходит на 3 площадки в тренар и на 7 мест в бинар за 811 долларов. Вот этот вариант я вообще не рекомендую. Я объясню почему. Второй вариант входа – это на 4 площадки за 211 долларов. Вся суть в чем? Чтобы сразу активировать 7 мест в бинаре. Если человек заходит на 3 площадки и плюс оплачивает себе 7 мест в бинаре, соответственно, он сразу занимает 7 ячеек. Если он заходит на 3 площадки, покупает 3 места в бинаре, он заходит на 3 площадки, все. Под ним уже потом будет выстраиваться структура, больше он уже не сможет себе нигде здесь внизу прокупить места. С этого момента он будет зарабатывать только с 3 кошельков, когда другие люди будут зарабатывать с 7 кошельков. Я уверена, что человеку будет очень обидно. Следующий вариант входа – это 4 площадки в тринаре за 211 долларов. Чтобы здесь заработать, здесь уже надо будет работать на дубликацию. Здесь уже нужно будет работать над построением команды, чтобы у вас закрылись тренары, и система из этой суммы, которую вы заработаете с 4 площадок, она вам активирует 7 бизнес-мест в бинаре. Вот на мой взгляд, если у человека нет лишних денег, то есть он не жмот, как бы, да, он не жадничает, он понимает прекрасно ситуацию, но вот действительно у человека нет лишних средств, я говорю, заходите на вот этот старт. Это самый выгодный вариант. Самый-самый-самый выгодный вариант. Вам уже не нужно будет больше ничего вкладывать из своего бюджета. Один раз вы заходите в бизнес на 211 долларов, и все, друзья. Больше вы в свой семейный бюджет не будете руку запускать. Вот этот вариант сразу вам рекомендую. Ну и третий вариант – это 3 площадки в тренаре за 111 долларов. Плюс, когда закроются 3 площадки в тренаре, система автоматом будет покупать 3 места. Если человек все-таки к тому времени уже понял, что 3 места – это вообще не айс, как бы, да, а лучше 7, то он будет вынужден доплачивать 400 долларов для того, чтобы купить еще 4 места. И вот сами посудите, какая выгода в том, чтобы заплатить за бизнес-места 511 долларов. Либо вы заходите за 211 долларов, либо за 511. Ну, согласитесь, да, как бы вот этот вариант гораздо выгоднее. Так вот, друзья, если вы заходите в маркетинг компании Jeltor System с перспективой на то, что вы хотите здесь зарабатывать, чтобы у вас и тренары работали, и 7 мест в бинаре, то заходите на 4 площадки. Это самый выгодный вариант. За 211 долларов единоразово вы будете иметь возможность зарабатывать 7 мест в бинаре. Бинар это вообще шикарный бизнес-инструмент, когда структуру строят все командой вместе. И вот за 211 долларов вы будете иметь такую возможность. Если вы зайдете на 3 площадки за 111 долларов, то, соответственно, вы по итогу, когда вы уже поймете, когда вы осознаете, что, хотелось бы уже и 7 мест купить, вам придется доплачивать 400 долларов. Поэтому этот вариант мы тоже зачеркиваем, он нам не подходит.
Поэтому у вас есть всего два выгодных варианта. Либо вы заходите на три площадки и сразу активируете 7 бизнес-мест в бинаре за, 100, за 811 долларов, либо на 4 площадки за 211 долларов. Вот, друзья, у вас есть всего два самых выгодных варианта. Больше у вас нет вариантов для того, чтобы выгодно зайти в бизнес. Послушайте опытного человека, то есть меня, который точно знает, о чем говорит. И здесь дело абсолютно не в том, чтобы кого-то там затащить за ухо на более дорогие места. Боже упаси, можете зайти хоть на 10 долларов. Только сами посудите. Работу вы будете выполнять одну и ту же по построению команды, но это будет гораздо-гораздо дольше, когда вы дойдете до хороших денег, друзья, до хороших. Мы же все хотим, чтобы быстро зарабатывать, правда же? Мы не хотим там ждать год, два, три, четыре, пять. Нам надо быстро, здесь и сейчас, чтобы долги какие-то свои погасить, чтобы там детям помочь, там или еще что-то, или на море съездить. То есть нам нужны деньги здесь и сейчас. Поэтому вы можете и на 10 долларов зайти, друзья, но только сразу понимайте, что этот путь долгий. Вы будете очень долго идти по вот этим площадкам, прежде чем вы заработаете отличные деньги. Поэтому, когда вы будете принимать решение, на какой вход войти в компанию Jell Tour System в маркетинг, послушайте меня, сделайте для себя выводы, в какую сумму вы оцениваете свой труд, за какую вообще за какую зарплату вы готовы вообще трудиться, и делайте правильный выбор. Поэтому моя рекомендация – это у вас есть два варианта. Либо на 811 долларов, либо на 211. Все, больше у вас вариантов нет. На этом с вами заканчиваю. С вами была Маргарита Шипила и канал «Секреты MLM бизнеса». Всем пока!